Глава государства Анатолий Бибилов встретился с жителями аварийного многоквартирного дома на улице Героев 118. Дом во время войны подвергся целенаправленному обстрелу. И все эти 11 лет жильцы на свой страх и риск живут в аварийном доме. Обещаний отстроить дом было много. И, наконец, глава государства заверил, многоэтажку снесут. На его месте начнется возведение нового корпуса. Сегодня проблема заключается лишь в том, куда на время строительных работ переселить жильцов. В микрорайон 7. Верные из-за отдаленности от города жители отказываются переезжать. Еще один вариант – временно поселить семьи в новых квартирах в микрорайоне ЦАРС. Однако они предназначены для очередников, и было бы неправильно, если им передадут уже использованное ранее жилье. Сейчас у нас стоит дилемма. Вроде у нас есть дома. Можно вас всех туда переселить, а потом, кто захочет, тот обратно переселится. Это будет уже вторичное жилье. То есть это уже новым жильем не будет. И, конечно, те люди, которые стоят в очереди на сегодняшний день, которые должны получить эти квартиры, у них будет, ну, определенно, скажем так, определенная проблема. Хажарта, тенхажарта, тенгремонта, джабах планировка. И получится, что я из этого корпуса переселился, пожил там в этой квартире. И в какой-то степени или привел его в непорядок, или там еще что-то. Ну, шорт-шорт. Ну, ушел там, да, рот, чить, да, сол, чифен, тесал, замгадмак, чись, сажу, чи 80-й, захожак, там, гадмак, я снижу. И, конечно, каждый хочет зайти в новое жилье. Также государство готово пойти навстречу тем жильцам, которые останутся жить в микрорайоне ЦАРС на постоянной основе. Их квартиры затем передадут очередникам. Если кто-то сегодня может решить для себя, я хищен, я буду вас кучок кенен. Мажуру офте, умен роб тут квартиру, мазур дгинор рошебен. Видер, пожалуйста. Умдер не хосней. Это не проблема. Тогда мы вам даем квартиру, а эту квартиру уже отдадим тому, кому завтра будет положено. Макет ищи самохай эскотчок хэнэ, ама гум шарджини сумар шарджин. Мордам он рохичин. Вадва курагдан шамай мая керумма, мана може дэспун боздодин. Ма мая керумма, горис полкумма, сэвот, маджир заявлений тэнэ фэссот. Дома на улице Братьев Губаевых должны быть сданы в эксплуатацию в ноябре. Тогда же и планируется переселить жителей улицы Героев 118. Переселение будет ровно тогда, когда вы определитесь. Когда вы определитесь, кто переезжает туда, кто, дай бог, поживет у своих родственников или там еще где-то. И как только... В принципе, эти дома будут сданы, а это будет, скорее всего, в ноябре месяце. Я очень надеюсь, что мы все-таки в декабре месяце этот дом уже снесем. И чтобы уже в феврале, в марте месяце, уже строительство дома началось. Строительство нового дома поручено компании «СТМ Юг». Фирма хорошо себя зарекомендовала. Строители этой организации соорудили объекты здравоохранения, водовод «Ванатсхимвал», теперь работают на улице Братьев Губаевых. К строительству дома на улице Героев приступят в 2020 году. Планируют завершить работы в 2021. Однако президентом республики поставлена задача – сделать все возможное и построить новый многоквартирный дом – к концу 2020 года. Роза Тедеева, Сармат Гузитаев, информационный выпуск сегодня.